Боевой дух для того, чтобы помнить, что кто-то его ждет дома. Усталая, счастливая, хмельная, орала песни каждая теплушка. И называлась голубым Дунаем любая привокзальная пивнушка. Там наливали чашки, кружки, пушки. Давай, солдат, мы выдавали беды. И сыпали частушками гармошки. И даром угощались инвалиды. Свечи огарачи гремит недальний бой. Налей, дружок, пожарочки по нашей фронтовой. Налей, дружок, пожарочки, тратя время пусту. Поговорим с тобой, не тратя время. Встаем, тянем до конца, куда бросать? Тянем, тянем, молодцы!
Друзья, вы песню знали? Да? Какая песня? Это ж Катюша! Вместе споем? Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, расстегнула сизого орла. Следующая песня, она не нуждается в представлении. Песня, которая стала традиционной на 9 мая. Песня Победы. День Победы! Споем вместе с нами. Как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропал. Это праздник сединою на висках. Это радость слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. У мартеновских печей не смыкала наша родина чей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропахнет. Сигною в исках эра. Ла-л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 а
начальник оркестра майор Александр Боровик. Thank you.
Thank you.
Так, народу прибывает, кто-то уходит, кто-то еще приходит. Так, что-то... Самое интересное, что я поскользнулась, да? Сухая трава постриженная. И, походу, повредила ту же ногу, где у меня год назад был перелом. Так что, наверное, завтра придется идти на снимок. Мало я в сторону выхода. Надеюсь, вам было интересно посмотреть, как отмечаем в военном городке Уручи День Победы, 9 мая. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк. Поделитесь ссылкой на это видео в своих соцсетях. Подпишитесь на этот канал, если вы еще не подписаны.